Привет, друзья! Все, кто меня слышит, видит, все, кто может меня понимать, все, кто не может меня понимать. Мы очень рады, что можем снова оказаться в Монтрео. Мы, это я и коллектив группы «Эсперанто». Мы выступали в Монтрео, наверное, лет 10 назад на фестивале вместе с Алди Мёла. Это было незабываемое время. И что-то подобное, наверное, мы сможем повторить на моем сольном концерте 12 декабря этого года. Приходите, мы очень-очень будем рады вас видеть и до встречи.